Всем привет, друзья, с вами Захар Куроль. Сегодня мы будем продолжать играть в Эпигис. И, кстати, я случайно нажал, когда сказал, сейчас мы посмотрим, я посмотрю рекламу и включусь потом, я случайно на квадратик нажал. Надо было на паузу мне нажимать, а я случайно на квадратик нажал. Так что надо было на паузу нажимать. Я случайно на паузу нажал. Точнее, не на паузу, а на квадратик. Так, а здесь как? Здесь тоже по времени. Нам, походу, нужно по времени ориентироваться. Случайно нажал на квадратик. Просто просчитался. Немножко просчитался, когда нажал на квадратик. Мне надо было на паузу нажимать. Просчитался. Мне надо было на паузу нажимать. Так что... Давайте попробуем предыдущий пройти на 3 звезды. Да ну снова эта громкая реклама. Так, рекламу мы пропустим. Сейчас. Потом включусь. Посмотрю рекламу и включусь потом. Так, а вот я и посмотрел рекламу. Можно уже начинать. Так что я просто случайно нажал на паузу в прошлом видео. То есть я на квадратик случайно нажал. Да, здесь у нас побольше времени. Еще нам надо только 2 минуты дали нам. Мы успели. Вот мы и прошли. Просто немножко просчитался. Не надо было на паузу нажимать. Так на квадратик нажал случайно. Случайно на квадратик нажал. Мне надо было на паузу просто нажимать. Так, что это? Сейчас мы попробуем это пройти как-то. Так, еще. Так. Достигли. Мы успели. Мы переходим на следующий уровень. Наверное, будем на каждых уровнях мы вот эту механику использовать. Так что я случайно нажал на квадратик. Мне надо было на него не нажимать на этот квадратик. Сейчас механик точно справится. И назад отходим. И, кстати... Так, случайно. Прошу прощения, что зашел в тот раздел. Там, где можно кормить меня. Так. Нет, надо один магнит использовать только. Так что продолжение. Еще одно видео про Эпигис сегодня выйдет из-за того,
что в прошлом видео случайно нажал, когда сказал, сейчас я посмотрю рекламу и включусь потом, я случайно нажал на квадратик. Мне надо было на паузу нажимать. А то вот так вот просчитался. Так что два видео о Бэппиге сегодня выйдет. Так, здесь тоже надо по времени. Так. Ну. И чуть-чуть не докатили. Зачем книжка эта мне нужна вообще? Так что два видео про Бэппига сегодня. О, выйдут! Нет! Что не нажал на зум, не забыл нажать. Вообще не знаю, как это сделать. Пошла как-нибудь? Ой, и, кстати, забыл магнитокировать. Так. Хотя нет, успели. Так что два видео про Бэппига сегодня будут. Выйдут два видео про Бэппига. Ну просто трошки просчитался. Но мы одну только заработали. Нет, две. Так. Сейчас. Так. Так, значит, забираем все с этого колеса, и на этом видео буду заканчивать. Так. Какой-то костяной мотор мы выиграли. Эти джекпот. Золотой вертолет мы выиграли. Точнее, золотую часть вертолета мы выиграли. Так, на турнир. Мы когда-нибудь попробуем зайти на него. Всем пока, с вами был Захар Кроль. Всем пока.